по людям. Помогать людям. Да-да, я набирала энергии через них. Мне они мне помогли. Сейчас ты им будешь помогать своими энергиями. Будешь лечить их. Да, это хорошо. Медицина, это хорошо. Да. Это была моя программа. А чем Ахат занимается в 2027 году? Хорошо, спокойно. Хорошо, спокойно. Я хочу остаться там. Да. Посиди. У себя, чем вы занимаетесь, вы просматриваете, как вы одеты. Чем вы в 2027 году занимаетесь. И кто вокруг вас. Что с дочками происходит. По очереди, на каждую, внимание на каждую. Она не хочет с облака никуда. Да, мне хорошо. Хорошо. Равновесие. Хорошо. Давайте. Что по предназначению пришла. Шло? Помогаем, спрашиваем по предназначению. Лечить людей. Какая дальше еще задача? Какие еще программы у вас есть в этом воплощении? На сколько процентов вы выполнили эту программу? Выполняете? Говорит, 67. Хорошо. И еще не все. Еще не все выполнила. Не все. Я еще не закончила. Нет. Я еще дальше должна идти. Дальше развиваться дальше. Должны, да? Да, кристалл крутится. Кристалл, развивать его. Раскручивать его сильнее, напитывать энергиями, да? А что в этом кристалле? Это ее энергетический кристалл. Кристалл, да. Сиреневый кристалл, да? Да, сиреневый. Он такой чистый, прозрачный, сиреневый. Это тот кристалл, который женщина подарила? Он всегда у меня в голове. Всегда. Он был всегда. А сейчас, вот сейчас он раскрутился. Сейчас активировали его. Сейчас он запустили. Стал чистый. Надо проверить энергию. Помогите мне проверить. Сколько процентов у вас энергии сейчас, Гуля? Посмотрите, пожалуйста. Энергии. Как вы себя чувствуете? Сколько энергии, посмотрите? 158, прекрасно. Нужно ли их поднять? Да, немного. Поднимайте. Берите столько, сколько нужно энергии для того, чтобы наполнить ваши тела. Сколько нужно максимально, приводит цифра? 700. Вот, молодец, уверенно, очень хорошо, уверенно. Поднимайте удобным способом, пошел рост вверх. Когда поднимете энергию, скажете. Молодец. Сколько у вас вибраций в герцах? Посмотрите, пожалуйста. Ой, вибрации с каждым разом все больше и больше. Больше. Нужно ли поднимать вибрации? Чуть-чуть. Подними. Чуть-чуть. Поднимай вибрации удобным способом. 39. Поднимайте. До 39. Чуть-чуть. Когда поднимешь, скажешь. Молодец. Цветные энергии нужны тебе? Сюда. Да? Они, напитываются. Они есть у меня. А, ну вся цветная. На облаке. Да, я сижу. Напитывайся ими. Я вся цветная. Кристаллик этот вижу. Кристалл.
С защитой все хорошо? Нужно ее восстанавливать? Не, хорошо. Все хорошо. Прекрасно. Синхронизация. Синхронизируется. Все гармонизируется, синхронизируется. Сидишь на облаке, синхронизируешь все энергии. Тебе хорошо, спокойно. Гули есть свой шар, куда она сразу раз, и все синхронизируется. Молодец. А сюда хорошо высшего я сейчас пригласить на облако. Давай пригласим свое высшее я Гули. Гульнар, высшее я. Придите, пожалуйста, к нам на облако. Рядом с Гули. Дошла. Да? Улыбается. Поздоровайся, высшее я. Обними ее. Какова она сегодня? Как она сегодня одета? Светлая одежда. Узоры яркие, красивые. Она такая красивая. Она такая самостоятельная. Хорошо. Давайте куратора еще пригласим. Правильно. Молодцы. Она самодостаточная такая. Наставника тоже. Всех можно пригласить. Давайте пригласим куратора Гули. По очереди, по очереди. Пускай придет к нам куратор Гули. Пригласите, пожалуйста, куратора. Орел. Орел. Большой, крупный орел. Белый. Куратор будет помогать. Орел. В лечениях, в сканированиях, в делах. Куратор будет всегда помогать в делах. Будет подсказывать. Он мудрый. Он очень мудрый, ему много лет. Он смотрит на нас. Он летает где-то? Или? Нет, нет, он сел. Сел, он тоже рядышком. Сел, да, я возле него, я такая маленькая. Маленькая, она на меня села. Хорошо. Села. Наставница моя гладит его за перья, гладит. Садись, мне говорит. Садись. Полетать приглашаю? Угу. Ну, садись. Мы садимся. Полетать. Садимся. Вместе сидим. Сейчас ангела заберем, мы будем все вместе. Молодцы, мы будем полный комплект. Ангел, молодцы, да. Полный комплект. Давайте и ангела заберем. Конечно. Она такая озорница, такая наставница. Сейчас, говорит, ангел. Ангел такой серьезный. Как всегда, учитель такой. Присоединяется к нам. Все такое, сел с нами. Он везде с тобой. Он, да, защищает. Мы летим, теперь мы летим вместе. Мы летим. Я так легла. Руки, ноги раскинула.
позу такую приняла, на спину легла. Угу. Лечу. Летим все вместе. Куда вы летите? В воздухе небо голубое. Просто летите по небу. Да, да? Небо голубое. Угу. Летим. Красиво. Говорят, тебе надо полетать, чтобы ты сверху увидела землю. Простор увидела. Простор. Простор, чтобы поняла, как это все просторно. Чтобы не видела границ. Да. Границы придуманы. Да, 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 тебе надо границ полетать. Нету. Чтобы ты могла потом объять это все. Конечно. Горы вдалеке я вижу, ледники, подножие все в зелени, горные реки, хрусталь, как будто колокольчик переливается, хрусталь, летим, 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 здания какие-то. Города внизу, да? Да, 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 поселения какие-то. Поселения, вот мы тоже летим, видим, да. А, он говорит, чтоб ты научилась сверху смотреть на все, да. Сверху видеть землю научилась. Он говорит, в астрал летать умеешь, землю сверху смотреть надо научиться, надо. Да. Да? Да. И дальше. Ой, над водой он так крыльями воду черпает над водой. Ух ты! Дух захватил прям. Ух ты! Ух ты! Высоко летим. Ой. Бесконечно вода. Бесконечно. Это океан, да? Да. Вплоть до горизонта бесконечно. Океан. Он говорит, давай море покажу. Конечно. Теперь давай море давай. Да. Море. Море. Какое море он вам покажет? Летим на море. Ой, а море другого цвета. Темное, да? Бирюзовое, да, 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 да. Летим, острова там. Зеленый остров, а по краям что-то коричневое. А, города это. Города. Коричневое, да, да, да. И он мне показывает, как остров сверху выглядит. Сверху, маленький, если подняться. Если очень высоко подняться, да? Да. Как остров выглядит. Да, да, море бирюзовое, бирюзовое. Ой, как изумруд. Темнеет, темнеет, темнеет. А, он говорит, ночью я покажу, как ночью это выглядит. Да. Ночью, как темный изумруд. Море. Остров. Слушайте, что-то как будто гирлянды, это шары, да, да, ночью, по морю да. Разбросаны там, всё там. Светится, вокруг красиво. Моря гирлянды вижу. Домики светятся, катера. Мы поближе подлетаем. А, это свет, свет, да. Это из этих зданий свет. Да. Как будто елочные шары, как будто гирлянды. Сверху ночью, когда смотришь. Все это как будто море в гирляндах, как елочные игрушки, как будто на елке. Елочные игрушки. Светится это все. Красиво как. Хорошо. Дальше летим. Дальше летим. Я лежу на спине.
мягко на спине, да? На перья. На спине. Все, говорит, посмотрела. Воздух чистый, чистый, он как будто хрустальный. Прозрачный, прозрачный. Вы возвращаетесь, да? На облако. Он мне говорит. Он мне говорит, знаете, он говорит, это твоя стихия, воздух. А тебе не хватает. Синеву берет синий, опять цвет синий. Синих энергий не хватает, синего цвета. Да, да, да. Не активировано, говорит, не активировано. Возьми эту энергию. Опять он. Наполняйся ею. Синий волной как будто вокруг. Я сижу в позе лотоса, опять сижу. А эти синие волны вокруг меня крутятся, вокруг моего горла крутятся, крутятся, крутятся. Голубые такие, синие, голубые. Как будто волны извиваются, извиваются вокруг моей шеи. Вокруг. Наполняйся этими энергиями синими. Бери ее, принимай. Принимай. Раз. Шар собирается, это все. Шар, да. А, кристалл. Я вчера видела этот кристалл. Да. Опять этот кристалл. Это горловая чакра, да? Да. Ой, да, да. Он кладет мне в горло. Да. Кладет там, где щитовидка, он говорит, да. Туда надо. Тебе туда, вчера лечил, да. Он ее. Ага, он туда вкладывает. Вложил мне ее. Я теперь изнутри чувствую, что оно внутри меня. Энергия крутится, крутится, крутится. Полоски голубые, полоски светящиеся. Они пошли по моему телу сверху вниз, крутятся, крутятся. Активно так крутятся, крутятся. Да, да. Они внутри меня. Я вижу себя изнутри. Ой, я чувствую. Я чувствую горло. Колени чувствую. Заколола у меня, руки заколола. По ногам пошло. Энергия по бедрам, по пальчикам, да. Расплывается. Все крутится, крутится внутри. Принимаем эти энергии. Лечить себя надо, говорит. Да, лечимся. Лечить этим. Себя надо. Хорошо. Плечи, по плечам. Ой, везде разливается, а по плечам что-то как-то туго как-то по плечам. Вот, пошло, пошло, пошло. Пошло по плечам, да? По плечам. Хорошо. Пробилась энергия по плечам, пошла. Говорит, ты должна это чувствовать, лечить себя можешь. Можешь. Энергию эту проси, будет приходить и лечить себя можешь. Конечно. Да, плечи мои, ой. Ой, плечи мои разворачиваются, становятся большие. Я так лежу, как будто на мягком диване. Хорошо. Я чувствую расслабленность такая. Энергия синяя разошлась по всему телу. Не хватало мне ее. Не хватало тебе этих цветов, да. И я чувствую, что даже голос как-то... По-другому зазвучал. Это горловая чакра, да, у нас да, активировалась. Да, я чувствую, как-то стала. Сила какая-то появилась в горле. Хорошо. Хорошо. Наполнились мы энергией. Да? Петь, говорит, надо. Ты пела. У тебя был голос красивый. Пела ты. Петь надо. Через мелодии будут тебе приходить вибрации. Ага. Я хочу петь. Да.
проходит через мелодию, да? Нежность, нежность. Нежные мелодии. И ты через них. Вот эта синяя энергия приходит через... Через музыку, да? Через мелодии, через музыку. Пение, да? Через нежные звуки. Звуки, поэтому ты любишь звуки. Спокойствие такое. Чувствую прям мурашки по телу. Это энергия, да. Плечи у меня, в плечи зашли эти мурашки. Угу. Лечит, лечит. Расслабились плечи. Светящиеся голубые стрелы, они вышли из меня через макушку. И обволакивают этот фиолетовый камень. И они теперь вместе крутятся. Кристалл, да? Вокруг кристалла? Да, да, они вместе крутятся, симфонно крутиться стали. Это твои энергии, они все в кристалле. Вверх пошло, свечение вверх пошло. Да. Из макушки. Ой, я чувствую нижнюю чакру. Нижнюю. Я чувствую, вверх идет. Поток проходит вверх. Да, вверх. Поток пошел. Весь через тебя проходит вверх. Через потом. Живот, да. Возле чакры пупка все. Что-то крутится, крутится возле пупка. Давай раскрутим. Раскрутим сильнее, чтобы ой, дальше позвонок пошел. Свой чувствую. Лучи голубые вверх пошли, пошли. Зеленый свет, зеленый светиться начал. Хорошо. Грудь. Зеленый свет пошел. Сердце. Говорит, да, говорит. Сердцем все хорошо, ты переживаешь за свое сердце. Все хорошо с ним. Это хорошо. Все с ним хорошо. Ты с ним разговариваешь, оно тебя слышит. Конечно, оно тебя слышит. Все хорошо с сердцем. Да, да. Все хорошо, не волнуйся. Сердце здоровое. Ой, благодарю. Я думала, что у меня сердце. Все хорошо. Ляжки, тронные. Нет, нет, говорит, все хорошо, сердце. Не переживай. Ну, я прям чувствую. Я прям вены эти чувствую, сердце у меня. Да. Я прям... Вены прям потекли, потекли, кровь потекла. Кровь течет через сердце, да? Да, 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 сердце говорит, все хорошо. Холодок такой в сердце. Хорошо. Приятно. Дальше, дальше. Дальше. Крутится, крутится. Угу. В горле. Камень этот в горле вижу. Синий, да? Голубой. Такой голубой. Чистый, чистый, прозрачный. Вижу я его. Вверх по нему идем. Вверх, вверх пошла. Вверх этот пошла. Камень. Покрупнее стал, чем был. Поднялся в голову, да? Да, да, да. Чем... Он был маленький камень, сейчас он покрупнее стал, он такой светится, чистый, прозрачный. От него голубые, свечение голубое пошло.
Вер, вер. Вер. Мозг мой показывает, мозг мой. И место вот где-то в затылочной части. Да, шишковидная железа. Вот этот фиолетовый камень показывает, что в затылочной части где-то там. Угу. Там его место. Ага, показывает, давай. Там его место. Давай установим его там. Там. Давай поставим туда. И мне пока он такой стал плотный. Угу. Говорит, ты можешь его вынимать, и он тогда начинает светиться и над головой кружится. Угу. Да, вот это твой камень фиолетовый, да? Да, 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 он говорит. А место его сзади, да? Да, он где-то в затылочной части, в мозгах мне показывает. Его место там. Это твой третий глаз. Да, да. Ты можешь его вынимать, над головой держать. Над головой держать. Пользоваться им. Над головой я держу его. Скружится, скружится. Вращается, да, над головой. А, он говорит, крутить его надо над головой, крутить надо подольше, почаще. Ой, я вижу, где третий глаз у меня. Да, да, ты активировал. Да, да, он говорит, да, крутить его так крутить надо. Крутить надо, чтобы активировать. И третий глаз потом будет. Да, все правильно. И мне показывает место, где должен быть третий глаз. И луч оттуда идет. Да. А он, знаете, на что похож этот третий глаз? На что? Я видела иероглиф. Мне приходил иероглиф все время. Только он приходил. Глаз приходил. Только глаз, он приходил черный, да, начерченный, нарисованный. А сейчас он у меня во лбу и светится. Он золотистый. Да, да, он такой. Золотистый. Как будто светится оттуда, светится. Да. Он такой пришел. Такой образ тебе пришел. Да, он у меня на лбу. Mm-hmm. И вот место показывает, где он. Он мне показывает, говорит, я тебе его показывал. Я раньше тебе показывал этот третий глаз, но он приходил черный нарисованный. А сейчас он у тебя активировался, да? Ой, какая, какая энергия. Энергия, да? От него. Луч от него как резко пошел. Все, синхронизируется. Синхронизируйся с этими энергиями, синхронизируй. Так выстрелил. Ой, резко так выстрелил. Он теперь, я теперь даже не вижу его очертания. Он такой один сплошной поток. Мощный поток. Мощный поток пошел у меня с этого места. Хорошо. Ой, какой поток пошел. Через тебя пошел мощный поток. Да, да, вперед прям я его вижу. Вперед. Из лба вижу. Вперед. С третьего глаза, да? Я пошел. Куда ты направляешь эту энергию? Пошел вперед. На землю. На землю. Вперед, да, на землю. Я покрываю ею землю. Что дает эта энергия? Что дает та энергия, которую ты отправляешь на землю? Я могу покрывать ей землю. Я могу подняться высоко над землей и посылать этот поток, и он обволакивает землю. Это любовь? Я его защищаю, да, да, этим потоком. Я его покрываю, я его защищаю. Защищаешь землю. Мне показывает ты. Можешь. Руки в сторону, да. Руки в сторону. Поднимайся вверх. Вверх, вверх поднимаешься.
уже над землей высоко. И направляешь да, свет этим любви, потоком, да? Да, да, да. На землю. На землю. Посылаешь его на землю. Mm-hmm. Обволакиваешь на землю этой теплотой, этой любовью. Наполняешь нашу да. землю, матушку. Я вижу в воздухе. Он мне говорит, на другие можешь планеты посылать. Да, можешь на другие планеты посылать. Туда, туда, в космос. Можешь перемещаться на другие планеты. Твой придет на планету. Хорошо. Галактику. Посылаешь их потоком. Свет любви отправляем на да, другие да, планеты, да. другие галактики. Посылаешь. Я стою в такой позе, руки у меня вверх. Угу. Подняты, я поднимаю. Глаза закрыты. Из третьего глаза идет поток. Уходит туда. Хорошо, хорошо, у меня прокачка. Я Зиму да, посылаю, я вижу его корабль. Угу. Я так. Давай ему тоже пошлем, да, все да, правильно. Обволакивает его корабль, он был черный, холодный, а я теплотой. Отсылаю. Золотистый стал. Да, да, да и говорю, оставь себе, оставляй себе, оставляй. Не отправляй себе, оставляй. Да, возьми себе эти чувства. Угу. Попробуй их, Азим. Я ему говорю, себе оставляй перед тем, как с Сашей связь находить себе, бери теплоту, и чтобы ты к Саше приходил не холодный, не робот, теплый, чтобы ты приходил. Связь у вас будет теплее будет. С чувствами. Саша тебя лучше прочувствует. Да. Ему надо. Я говорю, ему нужна. Ему нужна теплота. Да, Саша. Ты бери эту теплоту и приходи к Саше. И вы вместе потом будете синхронизироваться будете. Хорошо. Бери, бери ее себе. Бери. Твое тепло, потом придет да, Саша, да? Да, да, да. Круг такой. Ага, он мне кивает, понял. Понял, говорит, а сам такой холодный. Сам холодный. Научиться ему надо. Теплоту брать, научиться ему надо. В программе нету этого. Программу надо прописать, чтобы он научился. Я в капсулу опять вхожу, в капсулу. Мне капсула нужна, это моя защита. Это твоя защита, да, конечно. Надо в капсуле быть. Я лежу, руки на подлокотнике. Угу. Я лежу, хорошо. Голубой цвет появляется. Голубая энергия приходит опять. Оранжевый, желтый. Напитывайся энергией. Красный. Понимаю. Кружится вокруг меня. Сиреневый. Белый. Вокруг меня все. Набирайся энергию, напитывайся. Принимай все энергию. Втягивай в себя. Втягивай, раскручивай их, раскручивай, раскручивай все чакры. С первой. Раскручивай. И так раз, раз, они прям по местам своим. По местам, да, они раз, по местам. Да. Раз, раз.
шарики такие раз. Да. Распределяются. Каждый по своему. Каждый свое место, да. Каждый цвет знает свое место. Астрал. В астрал ты вылетаешь. Да. Хочешь, что? В астрал ты хочешь. Птицу вижу. Что это за птица? Птицу вижу. Какая птица? Посмотри на это. Белый орел. Белый орел? Это куратор твой? Да, да, подлетает куратор ко мне. Куратор прилетел опять к тебе. Подлетает, я на него, он раз меня подсаживает, я на нем сижу. Угу. Куда вы собрались опять? Говорит, возвращаться надо. Пора возвращаться. Мы опять облетаем землю. Угу. Он опять показывает мне. Опять океан. Синий-синий. Угу. Море. Острова, материки он мне показывает. Там быстро летите, да? Да, да, горы. Угу. Цепь такая, горы, горы, горы. Мы летим прямо над острием этим. Над пиком. Там, да, высоко, да, высоко, высоко. Воздух, он мне говорит, воздух, почувствуй, воздух. Почувствуй, воздух. Зеленое, все зеленое. Будем возвращаться? Степь. Степь. А, он меня домой. Домой, родина. Домой, степь. Это степь, моя родина. На родину. Степь, говорит, это степь. И мы летаем над степью. Хорошо. Скачут внизу, табун скачет. Летаем, да, да, да. Родина, говорит, твоя. Летаем, прилетаем, прилетаем. Показывает. Село мое показывает. Село твое. Дальше полетели выше, выше, выше. Города мои. Города. Лес. Мы летим в сторону Сургута. Да, мы куда-то улетаем. Да, мы улетаем. Летим. Лес зеленый такой, ярко-зеленый. Лес. Он темнеет, он меняется. Меняется, да. Он темнеет. Лес. Гуще. Болото появляется. Тайга. Тайга. Да, тайга. Тайга. Мы летим. Речечки, болото. Летим. Внизу такое все тепло. Темное, коричневое какое-то, да. Да, реки коричневые какие-то, да. Нет, не голубые, не синие. Это уже сургутские реки. Да. Да. Наши реки, северные, такие, северные, да. Реки. Летим, летим, летим. Они с торфа коричневые. Прилетаем. Прилетели. Болото какое-то. Газом пахнет, да? Пропаном пахнет. Да, да, да. Вышки, а, вышки увидела, вышки, да, вышки. 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 Это газ попутный пахнет. Костры, да. Где-то там. Что-то горит. Факела. Факела горят. Вышки. Домой прилетели. Ой. Шаман вышел. Шаман встречает. Стоит, тебя. Бубен бьет. Да. В это, бубен бьет. Это наш шаман тебя встречает. Бум. Да. Бум. Знакомый шаман. Бум. Он бьет приходил к нам. В длинном одеянии. Бум. Да. Бум. Я мимо пролетаю, улыбаюсь.
И он так кивает. 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 Здоровается с тобой. Да. Здоровается. Он говорит, долго же ты спишь. Мимо пролетаю. Дальше полетели. Дальше. Яр. Он что-то мне яр. Яр. Он говорит, я. А, он говорит. Яр, это от его имени это произошло. Это и от да. имени ему, да. Это все да. то, что яр, местность, это все его, это его место. Яр. То, что яр, это его. Он на горе стоит и вниз показывает. Яр, это от его имени. Угу. Хорошо. Летим. Где вы уже пролетаете? Летим. Куда-то приближаемся. Приближаемся. Сургут куда-то далеко? Летим. Нет, уже над Сургутом. Уже над Сургутом. Хорошо. Я вижу. Эти кривые дома вижу. Косые дома. Вот весьма рядышком. Я поворачиваюсь к своему дому, вижу дом свой. Я ищу свой этаж. Считаю. Раз, два, три. Третий сверху. Ага, я вижу третий сверху. Ты решила домового ага. навестить? Вот. Вот мои окна, балкон мой. Я влетаю. Кто дома? Диван. Домовой. Сидит такой важный. Да. Что говорит? Налеталась. Ну, обними сидит, его. Ага. Обними его. Лохматого. Сидит такой. Я его. Он говорит, спасибо за кашу. Вкусная. Понравилось. Я говорю, я тоже ела вкусная, да. Спасибо, говорит. Да. Я, говорит, люблю кашу. Я ложусь на диван. Лежу на диване, легла. Я там лежу, я прилетаю, я вижу себя со стороны. Ты бы прилетела сюда, да? Да, я себя со стороны вижу. Я А нас видишь? Нет, себя. Себя видишь, хорошо, хорошо. Будем себя возвращаться? Вижу, да. А, он говорит, учиться надо, выходить. Учиться надо выходить. Сам. Дайте я сама попробую. Я сама хочу. Давай. Я сама. Хорошо. Ложись в тело. Павел поможет. Если да, поможет. Да, если что, поможет. Да. Пробуй сама. Я сама хочу попробовать. Да, Я такая. Я легла. Я такая эфирная. Я в свое тело ложусь. Ой. Легла, он мне так хорошо тут. Подходит, ага. да? Подходит? Подошла, да, все по размеру. Все хорошо. Так, да, я начинаю чувствовать размеры, границы, я начинаю чувствовать.